«Спартак Приморья» стартовал в новом сезоне Суперлиги. Приморские баскетболисты в первом матче чемпионата встречались с Сахалином. Красно-белые, будучи в гостях, начали уверенно. Наша команда заставила брать первый тайм-аут тренера хозяев за минуту до конца первой четверти. Отрезок так и закончился с двузначным преимуществом «Спартака Приморья» 15-28. Но после перерыва вся игра владивостокского клуба сошла на нет. Колоссальное количество трехочковых от сахалинцев ни в кое сравнение не шли с промахами гостей. Итоговый счет 91-77 в пользу баскетбольного клуба «Сахалин». Смазанный старт сезона наша команда попытается исправить в следующих матчах у себя дома. 15 и 18 октября красно-белые встретятся с ереванским «Урарту» и подмосковными «Химками». В Владивостоке завершится российский сезон гарьевого спидвея. 12 октября на стадионе «Авангард» пройдет финал личного чемпионата России, в котором лучшие гонщики страны из команды «Восток» поборются с сильнейшими соперниками из Тольятти и Балакова. На этих соревнованиях сезон завершится, и гонщики начнут готовиться к зимней версии этого вида спорта. Напомним, в командном чемпионате России 2016 года спидвеисты клуба «Восток» досрочно стали чемпионами, опередив соперников из команд «Мегалада» и «Турбина». На личном чемпионате честь Владивостока будут отстаивать Григорий, Артем и Павел Лагута, Вадим Тарасенко и Сергей Логачев. Старт первых заездов пройдет в 19:00. Открытый кубок по кикбоксингу состоится во Владивостоке. С 13 октября в течение трех дней в спорткомплексе «Олимпиец» будут бороться за награды как сильнейшие кикбоксеры края, так и новички-любители. Соревнования пройдут в разделах «Классический фулл-контакт» и «Фулл-контакт с лоу-киком» среди юношей и юниоров, а взрослые выступят в самом жестком и зрелищном разделе кикбоксинга К1. По традиции, каждый спортивный сезон Федерации начинается с открытого кубка Владивостока. Большинство наших воспитанников на летних каникулах не прекращали тренировки, занимались в спортивных и оздоровительных лагерях, участвовали в учебно-тренировочных сборах. Все находятся в отличной физической форме и готовы к встрече с соперниками, а значит, соревнования будут интересными. Заявки на участие подали более 160 спортсменов из Лучегорска, Уссурийска, Владивостока и других районов Приморья. Открытие кубка состоится 13 октября в 10:00. Анастасия Крикун, Максим Яковлев, новости спорта на 8.